Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня у нас предстоит огромное дело. Нам нужно будет пересадить мою вторую орхидейку. Зовут ее Pink Girl, розовая девочка. Безумно классная орхидея, нежная, красивая. И сегодня вот такая нелегкая задача у нас стоит. Она у меня отжила тоже 4 года. Первое ее домашнее цветение было только год назад. До этого она никак не хотела цвести, но она жила в другом доме, где было достаточно жаркое для нее помещение. Поэтому здесь ей гораздо комфортнее, и она радует меня постоянно своим цветением. Так вот, зацвела она в начале декабря, и по сей день она продолжает цвести. Рекомендуется пересаживать орхидеи весной, но уже прошла и весна, и уже наступило лето, и я все жду, ну вот же сейчас отцветет наша орхидея, и мы ее наконец-то пересадим, потому что я она нуждается. Вот видите, она выпустила уже новый цветонос, здесь у нее бутоны. Еще она хочет опять продолжать цвести, и это, конечно, не очень хорошо, нежелательно пересаживать в момент цветения, но у нас уже нет выхода, и нам нужно ее пересадить. Будет что будет, надеюсь, что будет все хорошо. Итак, мы сейчас садить мы будем вот в такую вазу стеклянную. Сейчас мы примерим цветочек. Будем сейчас стараться. Так, ну поместится ли? На дно мы засыпаем дренажный слой из керамзита. Так, вот так получается. Где-то мы сделаем. Дальше я хочу положить кору. Немножко крупнее фракция. Вот эту кору мы собирали сами. Это самая лучшая кора, которую можно придумать, когда ты ее собрал сам. Она вот такая классная. Плотненькая, толстенькая. Так, сейчас мы посмотрим.